Кристиночка. Девулечки, всем привет-привет! Сегодня праздник Благовещения, ничего делать нельзя. И вот я сегодня решила сделать хану. Замесила тесто, сейчас она отдохнет, я его немножечко еще потискаю, и будет хорошее тесто. Сделала начинку. Это у меня здесь свинина, много лука и картошка. А из муки, из обычной, из макфы. А Кристинка у меня замесила пирожки, по-моему, с сыром одни будут, а другие с вареной сгущенкой для Женечки. Все уже, все переделали, скучно делать, тем более ничего нельзя. Будем наедать свои бочка. На улице у нас солнышко, но ветер ледяной, всего-навсего 4 градуса, поэтому туда не хочется выходить. Пока карантин кончится, выйдем такими пушистенькими, хорошенькими, добренькими девочками. Все, мое тесто подошло. Сейчас буду его раскатывать одним тонким листом. Сейчас я раскатаю тесто. Я вообще люблю толстенькое тесто, потому что я именно люблю само тесто. Но буду раскатывать тоненько. Все, один раскатала. Сейчас я его начинку туда положу. Это сгущенка. Вот. Нет, женская сгущенка. Кристина будет делать. Главное, вот сюда вот на краешке побольше на этой начинки, потому что пустые будут потом краешки. И закатываем вот таким вот образом. Оп. 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 Так, все, закатала. Получился такой огромный он у меня. Ну ничего. Вот так вот я его сейчас уложу. Надо делать поменьше. Ну, я его вот сюда вот. Вот так. И будем отправлять его варить. Вкуснотища. Вот такие рулетики у меня получились. 3 штуки. Можно было бы 4 сделать, если не вот этот такой огромный. Рубленное мясо. Рубленый лук. И картошку, солому и тесто, как на пельмени. Вот такое вкусненькое. Пирожочечки вкусненькие. Со сгущеночкой. Кстати, вот эта сгущеночка очень вкусная. В магните стоит 125 рублей. Ну, такая прям она жесткая, хорошая. Ну, вкусная. Стоит она своих денежек. Ам. Не так. И куда понесла-то? Тесто вот это очень вкусно получается. Рецепт, я не знаю, на что там ковыряется. Ням-ням. Кристин, пока ты плюшечки свои сделаешь, мы у тебя всю сгущенку потаскаем. А что, плюшки надо? Вот. Вкусно. Что тебе дашь? Сгущеночку хочешь, да? Сгущеночку хочешь? Сгущеночку хочет. Где у нас самый высокий ребенок на улице бегает? Нет, его накормили. Это что, с сыром? Сыром 3 вот. Раз, сюда 3. Же сгущенка потечет. Не потечет. Зачем открыли? Не посмотрели. Он даже не поднялся. Ну, накрой. Подняться? Сыром, да, должен подняться. Ням-ням-ням. Вот такие рулетики получились. Ты будешь? Почему? Значит, нам больше с Кристинкой достанется. Хрё-хрё. Хрё-хрё-хрё, как вкусненько. Чё, пришла? Как вкусненько. Это ты всё съешь? А ты? Да. А Женька у нас такой не ест. Вкусно? Да. Ням-ням-ням. Тесто вкусное. Для нас тесто всегда вкусное. Это видно по нашим жопкам. Большой кусочку. Маленькая девочка. Дайте накормлю. Вот этот ротик. Тебе только бугманки снимать. Ты когда все жрешь? Ты жрешь и показываешь, как ты жрешь, что ты жрешь. Да. Yeah.
А булочки не готовы? Ну, через 20 минут будет. Через 20 минут будут булочки готовы. Мы дождемся десерта. Что же я останусь без десерта? До 6 надо все съесть. До 6 надо все съесть, а потом не есть. На днём сидел. Карантин. Я тебя люблю, чтоб ты знал. Закрыто. И не говори ерунды. Можешь одеваться. Я уже почти поела. Я сейчас с собой еще кусочек возьму, чтобы дорогу не проголодаться. А? Я не ем сало. Я вам скажу, как мой папа себе говорит. На сало. Сын, смотри, какие красивые булочки. Ням-ням-ням. Это что, кунжут? Да. Сырочек вот. Ой, какие вы симпатичненькие, батончики резаные. Ой, дайте мне с собой в дорожку, а то вдруг я проголодаюсь, я так мало съела. Вот, какой красивенький получился. Вот такой. Легенький такой. Пристина, а что за тесто-то? Что с тестом? Ну вообще, какое тесто? Я думаю, что оно вкусное. Как в тот раз на пирожки ты делала? Да. Ой-ой-ой. Какое вкусненькое, хочешь попробовать? Ну, все обалденные. Вот твоя зажигалочка. У нас есть бутерование. Если я так буду есть, я и в машину скоро не помещусь. Пешком будешь? На велосипеде. Нет велосипеда. Поехали куда-то. Поехали. Че? И буду велосипед, я покаталась. Здесь по улице. Вкусно. Все, нарядились в масочки. Поехали за хлебушком. Вот чем мы занимаемся на самоизоляции. Ездим за хлебушком и кушаем. За хлебушком и кушаем. Все равно в этом году на юг мы не поедем, да? Купальник нам не нужен, нет? Не нужен. Всем спасибо, всем пока-пока. Самое главное, не болейте.